Старт международному форуму даст массовая зарядка со звездой. Она состоится утром 9 октября. Сейчас и участники собираются на репетиции. Тренеры по фитнес-аэробике разработали для горожан специальный комплекс упражнений. Сегодня за подготовкой понаблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Раз, два. Они улыбнулись друг другу, соседу, впереди. И каждому сказали «Здравствуйте». Два притопа, три прихлопа и руки выше, чтобы изобразить в воздухе фигуры радуги и солнца. Тренеры оттачивают до идеала каждое движение горожан. Имя звезды, которое поддержит спортивный марафон, организаторы пока не раскрывают. Но по традиции пример всем участникам подаст президент Федерации фитнеса и аэробики Оксана Вербина. Бессменная ведущая зарядок отмечает, что чебоксарцам предлагает комплекс самых элементарных упражнений. Они запоминаются легко. Данные движения они должны и разминать человека, и так, чтобы они были доступными и давали ту бодрость, тот заряд энергии для того, чтобы он хотел дальше двигаться. Потому что движение у нас начинается снизу вверх, то есть с шага. И мы начинаем, конечно, с хорошего настроения. У каждого участника зарядки будет свое место. Горожане встают вот на такие цифры и точки. Все по порядку. 9 октября на Красной площади яблоку негде будет упасть, говорят организаторы. На массовую зарядку приходят целые коллективы. Несмотря на рабочие будни, сюда приехали и преподаватели гимназии номер 46. Они постоянные участники спортивных акций. Кто желает, тот желает самый активный. Вот мы все активно пришли, а аксакалы заменяют нас, молодых. Массовая зарядка на Красной площади должна удивить гостей, отмечает глава республики. Возможно, что, к примеру, Чувашии последуют и другие регионы. Но для жителей республики зарядки становятся привычным делом. Я абсолютно уверен в том, что вот это красивое мероприятие пройдет на достойном уровне. И все россияне увидят, как в городе Чебоксары на чувашской земле люди вовлечены в спорт. У них сердца горячие, они зажигают друг друга. Это же здорово! Как чебоксарцы делают зарядку, и действительно увидят все. Прямую трансляцию с Красной площади будет вести национальное телевидение Чувашия. Специалисты уже устанавливают технику, трибуну для почетных гостей и сцену. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.